такой, конечно, вопрос непонятный. Почему все-таки мало подписчиков? Вроде как предпосылки у меня к тому, чтобы были подписчики. Известен я и по книгам, и по передаче. Вот. А что касается в интернете, вот, можно сказать так, мышкины слезы. Ну, что я думаю по этому поводу? Ну, в первую очередь, наверное, неудачно выбрано название канала. То ли он тогда на русском было обозначить. Вот. Как-то Малахов Про латиницей. Многие даже не догадываются, что так можно набрать. Далее, совпадение с Андреем Малаховым. То есть вот это совпадение в первую очередь в поисковиках сразу же его фамилию ставит на первое место. Там он тут все заполонил своими этими передачами. То есть поисковик выходит на него. Далее были сайты, были разные там интернет-магазины с названием от меня, с моими фотографиями. Хотя в этих проектах я не участвую. Но тем не менее, вот Генеша, это первоначально мое было. Потом оно отошло к сыну. Сын сделал интернет-магазин, чтоб не болел. Вот. Материалы, которые были на нем. Потом вышло так, что там закрывается, если сайт. Ну вот решили обновить там с моими материалами. А потом открыли вновь. А за это время куча других людей может, воспользовалась с моими статьями. И в поисковиках, насколько мне сын объяснил, наши статьи от меня стали вторыми, а вот этих людей, которые взяли их, первыми. И вот этот вот поисковик, он, значит, их, будем говорить, вторые отбрасывает. И вышло, что мой материал совсем у иных людей. И все эти поисковые машины, они вот так вот ищут и выдают такие результаты. Вот это что касается, почему мало подписчиков.